Меня зовут Муратов Динмухамед. Я ученик 8 Е класса Назарбаев интеллектуальной школы. От всей души поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником, 75-летием Великой Победы. Я родился в интернациональной семье. Мой папа по национальности казах, а моя мама немка. Великая Отечественная война строила судьбы семей обоих моих родителей. Мой славный дед Кулдаспаев Мурат служил в 71-й дивизии пограничных войск НКВД СССР, далее в 24-й стрелковой дивизии. Был лейтенантом и получил медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Моим родственникам по маминой линии также пришлось несладко. Их депортировали из их домов в Поволжье, предоставив всего 24 часа на сбор вещей, и перевезли на товарных вагонах в казахские степи. И только благодаря гостеприимству казахского народа они выжили. У меня есть любимое стихотворение неизвестного автора о войне, победе и сострадании. И сегодня мне хотелось бы его вам прочитать. Вечерняя в лесу густела мгла. Старуха-мать на кладбище пришла. За много верст прошла она пешком, а землю опираясь батажком. Позвал ее в который раз сюда давным-давно погибший сын-солдат, а рядом с ним под тишиной берез полроты похоронено без слез. Татарин, украинец и казах, а ряд могил вблизи немецкий прах. Темно в лесу, шаги слышны едва, роняет мать печальные слова. Зазывный мой, уж ты меня прости, я нынче долго не могла прийти. Молчит природа, тишь кругом, покой, слышны шаги ее в траве сухой. Да разве ладно это старым нам, родителям, ходить к своим сынам? А кто ко мне придет в поминный час и горсть земли возьмет, перекрестясь? Но старость ли тому виной или мгла, с могилы немца мать земли взяла. И тут раздался шум, глухой подземный звук, трава кругом зашевелилась вдруг, и выросли ряды костлявых рук, в руках протянуты комки земли. И у меня возьми, возьми, хоть раз коснись могил. Твой сын спокоен, край свой защитил, а нам земля жестка и холодна, готова кости изрыгнуть она. Возьми, за наших матерей возьми. Сдрогнул лес от листьев до корней, и гулким шумом зашумел над ней. Не вздумай брать по русской доброте. Застыла мать великой маяте, в ее душе сожженной злом дотла. Прощения нет, но нет и силы зла. Лишь боль за матерей чужой земли, позор и стыд обретших с той войны. Лишь боль, что у солдат уж внуки есть, неужто им хранить вражду и месть? Низкий вам поклон, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! С праздником Великой Победы, казахстанцы!